Всем привет, с вами Саша, и сегодня у нас Даня. Здравствуйте. Да. Всем привет. Сегодня у нас будет небольшая так битва. Хэллоуин с стикер-паками. Хэллоуин с стикер-паками. Так, пока что еще Данил не открывает. Ой, господи, он уже открыл. Торопышка. Нам обошлось это в 40 тысяч голды. Если вы поставьте лайк, подпишитесь на канал, нам повезет. А мы начинаем, уже открываем стикер-паки. Я уже открыл. Данил, это не спидран. Это не спидран, я тебе скажу. Ты нам по Майнкрафту поехали. Я уже один спидран снимал. По Origin Case. Так, опа-на, легендарка за 6 тысяч, неплохо. Чтоб вы понимали, ребят, я открывал в своей жизни, вот в симулятор кейсов, я открывал 70 стикер-паков Хэллоуин. И мне ни разу голдскул не выпал. Чтоб вы понимали, голдскул стоит 80 тысяч голды. Что? Он близко был! Он очень близко был! А если мне интересно, если кому-нибудь выпадет голдскул... Он... Давайте так. Если кто-то сейчас из трех стикер-паков убивает Gold Skull, то есть, например, я выбиваю Gold Skull, то он продает все свои наклейки за одну голду. Батам. Давайте. Ну, походу, никому Gold Skull не выпадет. Так, давайте последний. Это, ставьте лайк, подписывайтесь. Давайте, лайки. Я ничего не выбил. Ох, ну, ребята, ну вот такой вот результат. Одна легендарка, все остальное рарки. У него одна легендарка, один эпик, все остальное рарки. Давайте так, если будет лайков много с просмотрами, то мы зарубимся, знаете, на чем? Мы зарубимся на, знаете, на чем? На 20 Origin кейсов. Стоп. Вы думаете, что это конец ролика? Он такой маленький? Нет. Саша придумали план. Я ничего не придумывал. Вот честно, я ничего не придумывал. Вот просто. Покупай такие кейсы, как у меня. Я ничего не придумывал. Он сам придумал. Он хочет еще 10 FR кейсов. Ты отыграться хочешь? Не-не-не, я уж перчатки выбивал. Ты не отыграешься. Не, ну посмотрите, ребят. Вы понимаете, ролик очень даже короткий. Да, потому что мы, потому что вы понимаете, мы без нарезок, без монтажа снимаем ролик. И, чтобы вы понимаете, мы иногда снимаем 4 ролика в день, и мы устаем. Да, мы очень даже устаем, потому что мы решили такой мини-ролик сделать. Скоро будет большой ролик. Вот я вам показываю, он уже загружается. Где-то он будет еще полчаса загружаться. Но он очень длинный. В ролике посмотрите, что там будет. Говорить не буду. А то не будете смотреть такие. О, это мы уже все знаем, нам он рассказывал. Вот так вот. Перчатки! Сюда, перчатки! Перчатки выпали? Да, ты думал, что я выбью все эту карарки? Не, дорогой. Не. Ладно, давайте еще. Еще есть такие. Ой, господи, давайте тогда. Знаете что, давайте если... Давайте мне его жалко просто. И давайте... Сейчас вот Empire Case открываем, мне просто его жалко стало. Мы откроем еще 5 гигабайт. Смотрите, у меня сейчас 4 гигабайта. Я сейчас открою закрытыми глазами. Давайте мне, если честно, тебе жалко просто стало. И давайте так, давайте сейчас эти кейсы открываем и еще 5 гигабоксов откроем с 5 номинейшн с кейсами. Нет. Давай.
Так давайте все, давайте так. Давайте лучше купим 5 гифтбоксов и 5 номерейшн кейсов. Просто мне его жалко стало. 5 номерейшн кейсов. Давайте так, давайте купим 5 номерейшн кейсов и 5 гифтбоксов. Да-да, мы планировали ролик очень маленький, с собой больше. Да. Давайте тогда 5, давайте вам тогда давай. 5 номерейшн кейсов еще купим. И что-то мне его жалко стало. Ну так, 5 уже купил. Сюда. Так, сюда, сюда, сюда. Да блин, не меня еще пока. Вот, 5 гифтбоксов. Я все и купил. Так, давайте тогда гифтбоксик открываем. Ой, господи, меня реально жило. У него кирабит-волны прилетают. У него почти В2 выпал. Данил, ты чё? Алло? Да, да. Ержан, на работу пора, вставай. Если бы можно, то я бы сейчас такое закричала. Ну, у него родители, да, поза. У него рыбы, у него еще. Ой, у меня кирабит гол был близко. Ну, так. Я вам скажу, если бы аудитория была. Давайте, а в МБВ, а в МБВ. В2 сюда. Ему почти кирабит гол. О, у меня спорт В2 был рядом. Давайте если так, короче, смотрите, 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 смотрите. Лайки, подписки нам выпадают по Керамбит Голду. Нет, нам не выпадает по Керамбит Голду. Ну что тогда, давайте откроем тогда вот кейсы с боксами, которые нам выпали. Вот реально, вот стой, сейчас стой. Реально, если бы была бы я бы это сказал. Здесь один тоже не 18. ТХ стоит 100 тысяч голды. Ну, он мне не выпадет. А мне тоже, наверное, не выпадет. Я невезучий, ну вообще. Как невезучий, ты перчик. Да ты, господи, да перчи даже четверть не окупают. На мили... Даже микро-четверть они на миллион кейсы не окупают. Вот чекайте сейчас, с последнего кейса Саша выпадет Грызмит Хантер, а мне выпадет, мне выпадет самый... Давайте так, с последнего... Ой, у меня ТХ был рядом. Давайте так, мне с последнего кейса выпадает ТХ, а ему выпадает фигня какая-нибудь. У меня последний. О, ТХ! У меня ТХ близко был, у меня ТХ был близко, у меня ТХ был близко, у меня ТХ был близко. Только тебе нет, ТХ тебе не надо, не-не-не, делать. Ребят, у нас еще остались вот кейсики, которые мы тут... Нас тут завалялись из гитбокса выбили. Давайте откроем. Ой, давайте, давайте, давайте. Вы давайте нам какую-нибудь фигню. Вообще будет круто. Мне выдают фигню. Это самое лучшее. Не! О, Star Trek 250 голды стоит. Все равно я проиграл. Не на что уже надеюсь. Да какой ты прыгал? Я на что уже не знаю. Трэжер Фантер. Трэжер просто. Десерт Эгл Трэжер. У него Десерт Эгл Трэжер выпало. Нет, мне ничего не выпало. Ну, ну, что еще сказать? Ой, ладно, куда смотри, по окончании роли, смотрите. Если мне так не повезло, я сделаю вот. Я все. Он ТХ купил, ребят. Он еще кирабит голд купил. Ты что творишь, скажи? Ты что творишь, объясни мне. Он покупал, он купил АВМ Трэжер Хантер, кирабит голд и голд скул. И еще и ТХ Стар Трек собирается купить. Господи, что он твой? Ты ненормальный, я тебе скажу.